Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся решать квадратные уравнения. Значит, мы начнем с более сложных, так будет легче для восприятия. Итак, минус y квадрат плюс 3y плюс 5 равняется 0. Возьмите себе за правило, что первый коэффициент должен быть всегда положительным. В нашем случае он содержит минус. Нас это не устраивает. Поэтому мы умножаем это выражение на минус 1. В простонаречии говорят, надо поменять все знаки на противоположный. Был минус, станет плюс. Был плюс, станет минус. И был плюс, станет минус. То есть мы получаем y квадрат минус 3y минус 5 равняется 0. Выпишем коэффициенты. Итак, а. А это то, что стоит перед y квадратным. А тут ничего не стоит. Значит, 1. Пустого места не бывает. Б. То, что стоит перед y, это минус 3. И c – это свободный член, то есть минус 5. Для того, чтобы найти дискриминант квадратного уравнения, надо записать формулу. b квадрат минус 4ac. И давайте научимся ей пользоваться. b у нас минус 3. Значит, минус 3 мы должны возвести в квадрат. Минус 4 умножить а у нас 1, c у нас минус 5. Что мы получаем? Минус 3 в квадрате – это 9. Минус на минус дает плюс. 4 на 1 на 5 – это 20. В нашем случае мы получаем 29. Далее. Что мы с вами видим? Мы видим, что у нас дискриминант очень и очень нехороший. Вы уже научились решать дискриминант, но в формуле нам нужен корень из дискриминанта, то есть корень из 29. Далее, y первое или второе. Считается по формуле минус b плюс минус корень из дискриминанта и деленное на 2а. Итак, y первое. Минус b – это b, взятое с противоположным знаком. Было минус 3, станет плюс 3. Плюс корень из дискриминанта, мы с вами сказали, это корень из 29. И деленное на удвоенный первый коэффициент. 2 умножить на 1 – это 2. Y второе будет то же самое, только со знаком минус. 3 минус корень из 29, деленное на 2. Самое интересное, что дальше считать не надо. Корень из 29 так и остается. Ничего здесь сделать нельзя. Значит, это и есть ответ.